Сегодня, 6 июня, весь мир отмечает день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Не осталось в стороне и Одесса, в которой классик прожил несколько лет. На Приморском бульваре отметить день рождения Пушкина собрались школьники и первые лица города. Именно в Одессе Александр Пушкин провел свой самый неоднозначный период в жизни. В нашем городе он сразу стал любимцем молодежи и неприятелем князя Воронцова. Именно Одесса стала тем городом, где классик снова оказался в водовороте интриг и авантюр. Он любил Одессу. И Одесса любит Пушкина. Об этом говорит хотя бы вот этот замечательный памятник. И это простая, а посему особо трогательная надпись «Пушкину, граждане Одессы». Это памятник от людей великому поэту. Юные почитатели творчества классика зачитывали стихи Александра Сергеевича и собственные произведения. Также были показаны и танцевальные номера. Стоит отметить тот факт, что юное поколение не забывает Александра Сергеевича Пушкина, как великого классика, непримиримого ненавистника всякой бюрократии и немножечко авантюриста. Денис Соколов, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».